Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас я вам расскажу, что нас ждет в следующей серии проекта «Модель Excel». А в следующей серии продолжится кастинг девочек. Это будет окончательный кастинг, потому что предварительный кастинг не снимается, где выбирают самых подходящих и только их показывают в эфире. Также продолжится конкуренция на этом кастинге. У одной девочки украдут телефон, будут девочки делать друг другу подставы. А также я вам расскажу, как снимается это шоу. Мне написала его участница, и она захотела поделиться из первых уст информацией, как снимается этот проект. Вот вам разоблачение. На проекте «Модель Excel» гонорар составлял 131 гривна 47 копеек за 70 съемок. Вика расскажет, как она спасла себя от изменения прически, которая ее уродовала. Ой, ну а по поводу причесок, ты знаешь, ну я же полицейский, поэтому когда сзади говорили о том, что типа стилисты, а зачем вам делать прически? Зачем вам делать прически? Они же все равно сейчас выжат. Расскажет, честная ли была победа Маши, или ей помогала съемочная группа, и это все подстава. Все-таки, чтобы не говорили, есть какая-то сценарная линия, сценарная ниточка проекта, да? А также, как повлиял проект на ее дальнейшую жизнь. Что было неправда? Все, что есть. Если открою секрет, почти все. Неужели вы думаете о том, что девочка с бидоном пришла на самом деле на съемку с бидоном? Половина участниц выходила в своих купальниках, потому что не подходили размер груди, или еще попы, или еще чего-то. Но вас хоть кормили. Не, я есть не буду. Можно я тебе правду скажу? То, чем нас кормили, мы постоянно от этого ходили в туалет. Это помогало нам построить. Объясню почему. Потому что Кэтрин привозился с утра, он лежал не в холодильнике. А нам давали где-то часа 4. И в какой-то момент мы даже заезжали в супермаркет, тратили свои финансы для того, чтобы покупать.